Господа, мы спасем Европу от уничтожения. Мы должны показать миру, что не все такие, как он. Риск слишком велик. Он не отменяет того, что мы должны сделать. Что вы задумали? Служить можно Германии или фюреру. Обоим нет. За такие разговоры вас и прислали сюда. Те слова были более дерзкими. Служа своей стране, я предал свою совесть. Мы должны быть уверены в успехе. Для этого нам нужны вы. Мы должны убить Гитлера. Я могу на вас рассчитывать. Можно решить любую проблему на Земле, применив мощную взрывчатку. Помните, никогда ничего не идет по плану. Операция «Валькирия» началась. Если вас возьмут, они порвут вас на куски. В случае провала они придут за вами. Я знаю. Да вы хоть понимаете, что делаете? Нас разоблачили. Пока спорим, теряем драгоценные секунды. Хотите остаться в живых, делайте, что я говорю. С чего вы взяли, что вы сильнее движущей силы истории? Мой фюрер, представляю вам полковника Штауфенберга. Операция «Валькирия».